судя по акценту. Это Питер, детка. Питер. Да, разводной Санёк, разводный масляный, да. Разводной Санёк, блядь. А чего он разводной? Нет, да, кстати, вы похоже разговариваете некоторые словечки, некоторые интонации. Короче, Саня питерский. С извратом и с этим, Алиской. Ничего общего с извратом не имею. Ты извращенец, да, маленький извращенец. А тем не менее, мы попадаем на Ведьмин Яр. Давайте мы сейчас спасем. Ты что, пишешь, что ли, слышишь? Да. Где мы живем, эй? В каком веке живем, бля? Даже лук донный. Мой город Пенза, мой город призрак. 2012, мне 17, я в Москве как призрак, да, бля? Понял? И живет в деревне. Мирайн, сколько сидел, Мирайн? 10 лет. В Сибири? Да. Чё, леса валил там или что там делал? Егора Крида слушал. Да. Его концерт пойду, бля. Чё, бля? Возьми для меня автограф. Теперь понятно, почему ты решил не донатить. Ну, как ты узнала, бля? Не, там у Крида такие расценки, что ну нахер, блядь. Ну, тут... Там пизда, нахуй, сколько народу будет, пизда, походу. Тюремные баллады о прошлом. Ну, приду тут, с наколкой, ебай, там, на это, на всю спину, ах, I love you, Егор Крид, бля. Зэк, бля. Если куполов будет, блядь, там, сердечко, нахуй. И каф, фэмили, блядь, форелла. Пошли на лес, пошли на лес. С головой, блядь, мы. Да, пизда. Я знаю. Я знал проблемы. Блять, меня Федя подсадил на это Егора Крида. О боже, мама, я схожу с ума. Просто трудный возраст. Сейчас сходит мастер. С ума, да. Сейчас подождите, еще на мастер. Да, трудный возраст через постель. Там... Смятая. Да, блядь, смятая постель. О, против. Я блядь, Кобзона слушал, я ждал от них, блядь, это видишь. У них, короче, свой тест на возраст. Что вы на руинах? Максим. Трудный возраст, да, Максим. Наши ты вдоль ночных дорог. Пришла босиком. О, не, что я спалился, сука. Блять, давайте Диверу. Я теперь в твоих руках. Не потеряй его. Иди, Федя, и не сломай. В смысле? Я могу только хребет сломать. Бля, больно. Ты можешь, блять, сломать. Я в зеркало-то видел? О, блять. А мальчик хуй. Кто че в зеркало? В смысле, то, что я в очках, это что-то что в зеркале там. Они просто, у них зеркальная болезнь, они спрашивают, ты свой в зеркале видишь? Это такое, я давно уже не вижу, да? Да у меня как-то там нет ничего, потому что он девочка. Мальчики. Я больно, пиздец, сука. Эти вытаскивают, блядь, там на веревочке с трампона такое. Ну, блядь, пинцетом нахуй. Типа, у меня 2 сантиметра, я горжусь этим. У меня 40 сантиметров, блядь, этого мало, нахуй. Надо нарастить, блядь, синтолов качать, нахуй. Ты уверен, что ты в сантиметрах измеряешь? Посмотри, там, может, там не СМ, а ММ написано. Или ММ вообще. Что, ты к нам хочешь, что ли? Куда? Куда? Не, мы втроём ходим на БГшку, блядь, играем, здорово, Илья. Чё, как ЧД? Нормально, я спать пошел. Мне сегодня было скучно, короче, и 6 на 6 не походили. Смотрите, тебе скучно, первый бой в сосаде. Нет, нервишки вообще не скучно, сейчас 6 на 6 попали, блин, там места руля какое-то, EXT, блин, вообще по-другому вообще игра, блин, это просто пипец. Давайте разнесем. В смысле? Поменяли друля? Да, EXT стал. Я не играю по-другому, такое ощущение, что другие игроки играют. То есть, когда мы бились на ЧД, по-другому кто вообще... Кто друля поменял еще раз? Бля, ёбните места попал. Нервишки. Меня сейчас пизданут тут на лесе, алё, блядь. А кто у них первый друль-то был? Педы, нас тоже отпиздили на руинах, алё. Какой-то другой ник там был, Сань. Блядь, их... Они... По-любому, как у смешивания, сидят на куклах. Такое ощущение, что на куклы другие ребята сели, потому что играют так, что, блядь, просто выносят на ура. На ЧД такого не было. Ну все, блядь, а я думал, запишу, короче, БГшку и выложу ее с голосом. Придется будочку закладывать. Бля, меня убили. Ты что, да, это? Сидят про куклы. Ну, хотя все знают про куклы.
Сейчас еще баги какие-то, лаги, просто капец вообще. А вот это же ЗАГ, кстати. Они поменяли отображение. А куда мы, а зачем? А у тебя все ключи? Все, да. Под иконкой ты пишешь, Люба? Да, и вот из-за этого. Кстати, так, мы успели полететь в аномалку, стащили в это с пиратского корабля это сундуки. У нас засчитывается, что типа сундуки наши, типа 55 минут, а ни одного сундука на палубе нет. Мы там с кораблем с каким-то, один наш нубский корабль, другой нубский корабль, дрались за этот сундук последний в аномалке, блин, вообще было ржака. Просто два нубаса без регистрации. Больше всего в аномалке, да? Вот эти, иконки вот эти бесят больше всего. Ну иконки, да, неудобно стало, потому что раньше... Точечку нажмешь, чтобы развернуло, слишком дохуя как бы на тебе показывает. Да, не говоря уже о противнике. А точечку свернешь, там не показываются нужные бафы, которые показывались раньше. Так раньше даже отчет времени был приоритетный такой. Вот, и отчет времени был, да, там еще пара бафов было. А сейчас если свернешь, там вообще ничего нету. Ну, а развернешь, ну пиздец. Я сказал, починят. Нихуя просто. В следующей жизни нам починят, блядь. Главное, видишь, они, блядь, не фиксят, они карты, блядь, продлевают, ну. Отлично, вообще я их не юзал. Я тоже, на. Что, 13 рублей ставишь? Я сидел специально, думаю, буду, блядь, заседать последнего дня, сука. Продлили. Ну, мои поздравления. Так, пошли на... Блядь, 13 в круг доставишь? Я? Не, я всего лишь на 10 тысяч открываю. Блядь, вот бы я открыл на 10 тысяч. Хотя тоже. Иди, блядь, мой машины нахуй. Не, на 12, мне 12 надо ставить защиту. Там, короче, это 9 человек на меле. Значит, сейчас отожму точку, наверное. Это... Боюсь тебя огорчить. Жизнь, где будет так же хуево падать крошка, как нету, десятку ты не уложишься. Да, сегодня этот как его. Матуза выиграл у деда. Короче, там у них зря поддержки был, поэтому проиграли. А у нас-то был в хиле, а не в хиле, да. Не, ну у вас, да, я говорю, поддержки был дед. Просрали их такой хорошо. Ага. Дед в поддержке был? Зряк в поддержке. А, я думал, дед, блядь. Yes. Ну да, у них там, блядь, два хила были. Да. Там Маркомса на звезде нахерачил, блядь, на Енохина. Да, в 700, ну, что ли? Потому что мы толпой стояли, блядь. Ладно, всем пока. Да не толпой, мы с тобой в Енохе стояли. Так сначала мы были толпой, а потом они стали толпой. И мы, да, мне похуй, въебали и все, чё ты успокойся уже. Ты ебал, ты такой. Да не, просто нахуячил, пока там мистер контроллера. Да все уже, всем похуй. Я курю, и мне пах. Она хуялся. Пах, просто пах. Так, повторяю важную информацию, тут пиздец. А, ну Сайнара хоть пришел. На, Олег тоже? Или он умер? Только тогда пришел ко мне. Короче. Я вообще-то был на мельнице. Ну-ка, блядь, оторвали этот пес. Ну шо за нафиг? Бля, сейчас бы могли, если Люба не ушла, могли бы пофармить нормального, блядь, 6 на 6. Пизда, нахуй, минус 3 точки у нас. Все, виноват, кракер. Ну да, за победу 200 дают. Ай, ну, сколько? 200, да, за X2. Да. 150 дают за... 150, да. Бой, да. Под медалькой... Да, видно, не судьба, боже. Видно, не судьба, блядь. Видно, нет Мустафы, видно, нет Мустафы. Пизда, мать. Пизду на хила. У меня души хила нету, блядь. Я с радостью хилял. Кто такой шам, блядь, накручивает 12, почти фул 12. Олег, ты вторую шмотку сделал сегодня, Олег? Рай сегодня ходит, блядь, в эту. Куда, а? Чего? Блин, я уже в атаке. И чё, ну X2 снимем. О, как раз флаг таскать. Нормально. Блядь, крошка на час, коротула. Сук. Чё, снял? Хила. Один хил, блядь. Что значит крошка на час? На это да, крошка на час. Бля, у нас Саль, было... Саль, ты это вслух сказал. Не, крошка на час, вот это, короче. Если это тот челик играет, там Костян какой-то. Он на пиратках тогда раньше играл. Блядь. А ты на пиратке играл? Я, да. А какой?
Блядь, Олег. А, Revolution. Блядь, у меня тоже какой-то пират есть. Я на Реве играл, это Lost World. Саня, что сказать хотел? Чё? Дефолтернашка. Чё ты хотел сказать? В смысле, да вон, говорит, тут демон Олег какой-то, блядь, есть. Демон Олег. Вы ты переливаешься? Блять, надо зайти. Сука, что-то я не знаю. Бля, вчера ходил, короче. Я только одну БГшку слил. Ты тут пиздец, ну басов у нас, блять. 26-я искра. 17-я. 26-я, 20-я, блядь, 29-я, 25-я, ну. Пиздец. Повезло там. Угу. И против нас, блядь, добрый дядя, Эльфинор Хаузер. Еще кто? Крошка на час, Кентос, Кардула и Сарджик Шепард, Айрон Мейден и Азара, блядь. Азара это вообще, блядь. Нарина, нахуй. Люба, ты это, аспект не включила, что ли? Я думаю, она как нормальный человек перельется. И не будет да-да. Топовый жиряк в атаке, блядь, у меня вчера на стриме. Да, она в ДД может нахерачить, блядь, нормально. Не, я не спорю, но, блядь, жать все-таки хилить, наверное, должны. Ну или в поддержку. Не, жицы вот после порезки шакани, блядь, в хиле как бы. Нет, ну не то, что прям вообще, но хуже. И щиты не критуют, и эти. Так, где этот, блядь, Стелла? Добиваем ее. Че там их до хера в центре, Люба? Окей. Дудки нет. Гоу. Убери их от меня. Убиваю. Надо третью точку у них как-то отжать. Мы не отожмем. У них хоть какие-никакие, но хилы есть. Паф-паф-паф-паф. Пау, блядь. Там, короче, их... мало. Шахерезада. Ну, блядь, началось. Пиздец, блядь. У тебя за мыши бегают. А кого? Это я по фетише. Я так по клавиатуре усиленно бью, блядь. Походу не по клавиатуре. Блядь, скажи лук. Фетиш, пойдешь? Да, сейчас пойду. А деревенщина что ли с тобой рядом? Типа того. Спокойной ночи. Спокойной ночи, петух. Все деревенщины.